День. Вот еще одно, так сказать, чудо природы. Айва называется. Вот она сейчас осенью. Какая она полезная. Кислая такая. Очень кислая. Очень хорошо ее вместо лимона с сахаром настаивать. И такие, как яблочки. Большущие. Вот кусты ее сколько. На кустах кусты колючие такие, ну, на тот такой кислый продукт. Вот такая вот штуковина.